И вот первые секунды моего дорогого, ребята, выживания. Да, это выживание The Forest на сложной сложности. Да. Тут как бы сложность выживания, ну ладно, просто читать хронологию, ну ладно. В общем, прикол весь в том, что мне надо прожить целых 100 дней на этой сложности. Кто-то скажет, я суицидник, кто-то скажет еще что-то. Я скажу так. А мне, в общем, нечего сказать, так что начинаем. Ага. Убираем топорик. И желательно сразу же идем открывать чемоданы. Чемодан один. Сразу же мой взгляд сосредоточился на том, что я нахожусь на горе. Соответственно, мне здесь делать больше нечего. И да, тут же чемоданов я не нашел. Походу, они все снизу. А если они снизу, то я за ними сейчас точно не полезу. О, еще один. Сразу же я увидел тотем, который я решил разрушить. Разрушая тотемы, я набрал вещи, как ткань, палки, камни, ноги и черепа. Вау, много птиц. Ну, это сегодня не ваш день, как вы понимаете, птички. Вы мне очень понадобитесь в скором времени. Только на данной сложности лук довольно-таки нужная вещь. Твой набрал 9 перьев. Пару стрел всего лишь смогу скрафтить. Ну, в принципе, вариант сойдет. Раз же я пошел узнать местные хижины. Здесь я практически ничего не нашел. Кроме веревки, бензина и что-то тому подобное. Я побежал в сторону кратера. По дороге я убил одну, что это такое, ящерицу. Ладно, окей. Поскольку я сверхконченный, не найдя по дороге пещеру, моя жопа рискнула туда залезть. Зажигая зажигалку, я сразу же пошел вперед. Увидеть тотем. И что это? Бумажка. Рисунок тебе. Ага. Первого члена самолета. Также здесь есть газировка, что меня радует. И вода. Красная гусеница. Угу. Есть два варианта. Идти сюда или туда. Но я пока схожу сюда. Знаете, я походу помню эту пещеру. О, чемоданчики. Мне сейчас самое главное не встретить местных жителей. А, вот они. Вот это уже плохо. Не сбежать мне уже будет тяжело. Не, ребят, я обознался, ребят. Не-не-не. Вам показалось, это не я, вам все показалось. Ребят, до свидания, я вас не знаю, вы меня не знаете. Ребята, ну серьезно, ну я вас не знаю, вы меня не знаете. Все, пока. Все, пока, ребята, пока, окей. Ебаные комары. Короче, к этим я бы не советовал идти. Поскольку все может печально закончиться для вас. Теперь я пойду в блядскую другую сторону. Учили кучу мыши. Блин. Так. Лекарство и ткань. Довольно-таки нужна вещь. Так, шоколадка.
И ткань. Ну тоже. Так, что мы здесь находим? Ага. О, так. Крест. Распятие. А дальше я слышу что-то непонятное мне. Поэтому делаю самодельный лук из говна и палок. И делаю сразу же обе стрел. 5 стрел. Горящих пойдет. Так, что у нас? Газировочка. Ну, рискнем, как говорится. А вот тут я уже встретил свои первые проблемы. По правде уже на проблемы. Это уже по правде были проблемы. Просто проблемы. Эти проблемы напали на меня. Мне походу не хватит дела, чтобы убить. А теперь попробуем разбомбить их водкой. Ну, собаки, выходите, вот теперь сейчас поиграем. Что-то я не понял. Простите за голос, блин. Не возьмете, твою мать! Чё, бля? Ладно. Ладно. Стоять. Я сейчас один не понял. Ладно. Ну, идите нахуй. Уже страшно становится. ХП мало. Спастись я никак не смогу отсюда. Ладно, окей. Окей. Так. Твою-то мать. Русю. Прекрасно. Я даже знаю, где я нахожусь. Желательно мне текать отсюда. Ну как же я смогу фигать, когда у меня все позакрыто. С каждой секундой становится все. Я решил остаться. Но как оказалось, Бог помиловал меня. И он сказал то, что мне еще рано умирать.
Поэтому мне пришлось сразу же идти и забирать карту. Здесь я и вправо нашел карту и компас. Я сразу же вспомнил, что это за пещера, и решил не затруднять себе жизнь. Валить отсюда мне было нежелательно. Сразу же понял, в какую сторону мне текать, и пришлось идти. Пойму налево. Здесь уже было правда страшно. Наш сложности выживания оказалось реально тяжело играть. На этой сложности я еще ни разу не играл. Поскольку это мой первый раз на такой сложности, я немножечко обсирался. Всего. И тут я увидел то, чего я сразу же понял. Надо съебываться. Тут же я дал заднюю. Побежав дальше, я не встретил пока никакой для себя угрозы. Но я понимал, что если я ее встречу, для меня это будет маловероятно, но не исключено конец. И вот только я сказал, теперь за мной сзади бежит Чупакабра. Мне надо было сделать хату и сохранить, поскольку кроме того, что я получил здесь пиздюлей, я ничего не нашел. Не, вот серьезно. Я пиздец, как получилось, все потратил. Вот потом и называй меня неконченным. Шоколад. Вариант сойдет. Я же нашел выход из пещеры, меня это помогло. Я был на поверхности, и это была деревня Бриге. Было прекрасно, с одной стороны. С другой стороны, я понимал, что все может обратиться для меня в плохом смысле. Поэтому я построить решил себе маленькую такую хатку. Ага, понял. В итоге я построил этот домик. И вот, сейчас я сохранюсь, и может быть когда-нибудь я продолжу снимать это. Надо будет поспать. Это был конец, ребята, первой серии. За эту серию я успел прожить, не обращайте внимания. Стоп, что? Атлетизм. Короче, за этот день я не успел прожить, ну, в общем, несколько дней, поскольку не считается еще то, что день. Но весь прикол заключается в том, то что, ребят, если вам понравилась данная рубрика, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик, это все ускоряет продолжение, ускоряет мои действия, вообще создание видео, еще много чего в этом роде. Всем пока.